переставляю палубку повыше третьего ряда на уровень заливки армопояса. Здравствуйте, друзья! Спасибо вам за ваши пожелания, комментарии. А мы продолжаем нашу стройку. Вот и залит третий ярус нашего пристроя к дому. Опалубка снята. Теперь надо вытащить все трубочки от опалубки из-под шпилек. Им надо подготавливать к окончательной установке опалубки четвертый ярус, небольшой, где-то примерно 35-40 сантиметров. А пока необходимо демонтировать козырек, который располагается над дверью, который эти торчащие веера очень сильно мешают при установке опалубки и заливке последнего окончательного яруса первого этажа. Качается. Надо оторвать. Вот эту палочку мы сейчас оторвем, чтобы она не рухнула мне на ногу. Опа! Переставляю палубку повыше третьего ряда на уровень заливки армопояса с помощью лазерного уровня. Ищу точку, знаю размер, докуда будет у меня влаги заходить. Ставлю точку, отмеряю, закручиваю закладные доски, закрепляю на стену, ставлю опалубку. Сверху будут шпильки, а снизу, так как здесь уже на этом уровне залита стена, глухарями через эти отверстия будут цепляться к стене вместо шпильки. Идем на другую сторону. Вот она. Ловим точку. Также отмеряю 1.5 сантиметра, креплю доску на глухарь. Теперь здесь вот она. Откручиваю, хотя у меня здесь есть откручиваю. Так, надо померить 1.5 сантиметра. Чтобы закончить заливку стен первого этажа, необходимо установить по уровню опалубку и залить армопояс по всему периметру пристроя. Важно правильно и точно отмерить с помощью лазерного уровня и установить направляющие планки деревянные, а уже после на них установить саму опалубку, закрепить между собой, чтобы она
плотно и жестко держалась на стене. Важное сообщение. Друзья, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки, комментарии пишите. Я буду рад на них ответить. Очень просто и быстро. Меряем расстояние от точки. Также закрепляем деревянную планку на этом же уровне. Плага будет у меня размером 50 на 200. Половые доски будут толщиной 50 миллиметров.
самый тяжелый щит.